Ранним утром 24 июня от здания мэрии Черкесска отправлялись автобусы в Анапу. Одаренные дети из нашего города отдохнут в известном санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России». Это крупнейшая всероссийская здравница для детей, на территории которой расположено несколько лагерей. 96 школьников Черкесска, а затем еще два таких же потока отдохнут в лагере «Солнечный». Родители провожают своих чад, дают последние наставления и заметно волнуются. Хотя поводов для беспокойства быть не должно. Ребята будут находиться под постоянным присмотром. С ними будут заниматься профессиональные преподаватели и студенты педагогических вузов, специально подготовленные для работы с детьми. А этим теперь уже бывшим школьникам сейчас не до отдыха. На прошлой неделе выпускники общеобразовательных школ отмечали свое самое главное событие на этом жизненном этапе – прощание со школой. Позади выпускные экзамены, а впереди взрослая жизнь, полная планов и надежд. Выпускники гимназии номер 5 города Черкесска получали свои дипломы и принимали поздравления в Республиканском драматическом театре. Пятая гимназия – это одно из лучших общеобразовательных учреждений Карачаево-Черкесии. Мы уже долгие годы выигрываем все олимпиады, городские, республиканские, также показываем лучшие результаты. Ну и второй момент – это то, что буквально недавно приказом министра образования наша гимназия стала ресурсным образовательным учреждением, единственной из городских школ. На выпускном вечере была показана концертная программа, в которой приняли участие не только юные артисты и профессиональные исполнители. Своими вокальными талантами блеснули и сами выпускники. Ну и, конечно, не обошлось без ностальгических воспоминаний. А какой предмет больше всего понравился в первом классе? В завершении торжественной части мероприятия учителя и выпускники высказали друг другу взаимные добрые пожелания. Впереди тяжелый, трудный путь, но поверьте, первый этап пройден, и все в ваших руках. Дерзайте! С праздником вас! Руслан Альботов, Миха Каракелян. Итоги недели.